Всем привет! Весной этого года разразился скандал. Бывшая девушка Тимати и участница «Фабрики звезд» Алекса увела из семьи Вячеслава Дайчева. Тренер по фитнесу оставил ради возлюбленной беременную супругу. По словам брошенной жены, для нее новость о романе мужа стала полной неожиданностью. Пара была вместе несколько лет, и у них долго не получалось родить малыша. Наконец, когда Александра Сивкова забеременела, мужчина ушел к другой. Причем за день до того, как забрать вещи, он клялся в любви и гладил живот. Алекса своего счастья не стесняется, она сразу всем сообщила, что теперь живет с Вячеславом Дайчевым. Пара часто появляется вместе на фото и видео в соцсетях, публично признается в нежных чувствах. Сначала отношений прошло не больше полугода, а звездный тренер уже сделал предложение своей новой возлюбленной. Об этом Алекса сообщила в личном инстаграм-аккаунте. Девушка показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце и отметила, что сказала «да». Поклонники тут же поздравили блогера с важным событием. Подписчики пожелали красавице крепкой семьи и детишек. Добавим, что после развода с Александрой Сивковой Вячеслав Дайчев продолжает общаться с сыном. Судя по фото, мужчина даже присутствовал на родах. Бывшая жена звездного тренера тяжело переживала разрыв, однако после появления ребенка с головой ушла в домашние заботы. Отметим, что 32-летняя Алекса ни разу не была замужем. Все ее предыдущие отношения неизменно оканчивались расставаниями. Со звездным тренером Вячеславом Дайчевым Алекса встречается всего несколько месяцев, поэтому его предложение руки и сердца стало неожиданностью для фанатов, но весьма радостной. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!